Администрация областного центра сообщает об ограничении движения транспорта на улице Орджоникидзе. Оно продлится до 20:00 4 ноября. Причина – ремонтные работы на канализационном коллекторе, который планирует проводить Тверь-Водоканал. Объезд будет идти в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. Согласно новой схеме, по четной стороне рядом с домом номер 14 в сторону площади Терешковой транспорт будет ездить по встречной полосе. В обратном направлении в сторону площади Гагарина на данном участке для автобусов и автомобилей останется открытой также одна полоса. Между тем, водители, комментируя это объявление властей, отмечают, что на этом отрезке улицы уже и так несколько последних дней движение ограничено.